Сегодня глава администрации Ульяновска Алексей Гаев отчитался перед депутатом городской думы о проделанной в прошлом году работе. Послушать градоначальника пришли не только народные избранники областного центра. В зале заседания было многолюдно. Присутствовал здесь и депутат Государственной думы Алексей Куриный, которого в воскресенье выбрали в президиум ЦК КПРФ. Ожидаемого повышения скандального политика не произошло, и он попытался отыграться на заседании гордумы. Но и здесь его ждал облом. Впрочем, обо всем по порядку. Еще до начала отчета к журналистам подошел глава города Сергей Панчин и высказал свое мнение о проделанной работе. По его словам, заседание предшествовало серии отчетов руководителей управления, заместителей главы администрации города и глав районов. Всем выступавшим были даны оценки. Три начальника аттестацию не прошли. Это показывает, что город готов открыто говорить о недочетах. Сегодня мы отмечаем, что в 2016 году в целом положительная динамика, та, которая была наработана в 2015 год, она сохраняется. Мы продолжаем увеличивать промышленный потенциал на территории города Ульяновск. Конечно, все эти на сегодняшний день достижения идут совместно с правительством Ульяновской области, губернатором Сергеем Ивановичем Морозовым. О том, что поставленную задачу удалось выполнить, сказал Алексей Гаев в начале доклада. Основными приоритетами в работе остаются выполнение стратегии развития города до 2030 года и майские указы президента. В целом же социально-экономическую ситуацию в областном центре глава администрации оценил как стабильную. Наилучших результатов мы достигли в научном производстве, строительстве, торговле, общественном питании, на рынке труда и демографии. Так, темп роста оборота организации увеличился более чем на 6%. В рейтинге столиц Приволжского федерального округа, по данным показателям, город Ульяновск поднялся с 9 места в январе 2016 года на 5 место по итогам года. Уровень безработицы снизился. Среди городов Приволжского федерального округа поднялись с 4 на 2 место. По темпу роста зарплат город Ульяновск занимает 5 место. После отчета началось обсуждение услышанного. Здесь и пытался внести сумбур в работу городской думы депутат Думы Государственной. Вопреки утвержденному регламенту, он хотел сделать публичное заявление. Правда, попытка эта не удалась. На правах модератора Сергей Панчин слово Алексею Куриному не дал. По окончании обсуждения отчет думцами был принят единогласно. Глава администрации пообещал ответить на все вопросы и принять предложения выступающих в ближайшие 2 недели. Егор Цитов, Руслан Баталов, новости дня, Ульяновская правда.